Добро пожаловать. День десятый. Хотя все события вашей жизни и управляются законами причины и следствия, являясь кармическими событиями, вы узнаете с великим облегчением, что даже если вам не понравился результат выбора, который вы сделали в прошлом, вы всегда можете выбрать еще раз. В каждой ситуации существуют бесчисленные альтернативы, выбор которых повлияет как на вас самих, так и на окружающих вас людей. Но когда вам удается сделать тот единственный выбор, благоприятный для вас и для тех, кого он коснется, значит, вы применили закон кармы, что и есть сознательный выбор. Истинное изобилие или приток заключается в способности удовлетворять собственные желания с наименьшим усилием. Когда мы говорим об изобилии по отношению к закону кармы, нужно принять во внимание понятие стратегического управления, ответственное отношение к тому, чем мы дорожим, как важная составляющая для осуществления наших желаний. Например, должным образом заботиться о ребенке, делать благотворный выбор для своего здоровья, использовать природные ресурсы планеты со всей ответственностью. Все это примеры хорошего управления. Каждое из наших действий порождает энергию, которая возвратится к нам обратно в том же виде. Мы пожинаем то, что посеяли. Так, делая сознательный выбор заботиться о том, что уже имеем, мы получаем еще больше. Если вы хотите увеличить свое материальное благосостояние, то сознательно управляя своими финансовыми делами, приумножите его. Если вы стремитесь получить больше любви в своей жизни, будьте как можно более доброжелательны со всеми теми, кто входит в нее. Закон кармы напоминает вам сознательно сеять семена изобилия и ухаживать за ними заботливо и доброжелательно. Очень скоро вы сможете насладиться обильным урожаем своего выбора, сделанного с любовью. Сегодня найдите время, чтобы попросить свое сердце быть вашим гидом, принимая сознательные решения. Прислушивавшись к своему сердцу, спросите себя: принесет ли мой выбор удовлетворение и счастье мне и всем тем, на кого он повлияет? Делайте это каждый раз, когда вы должны принять решение, последствия которого скажутся как на вас, так и на ваших близких. Прислушайтесь к своему сердцу для ответа, и ваш выбор всегда будет сознательным. Подготовимся к нашей медитации, уделив несколько минут, чтобы сфокусироваться на сегодняшней центрированной мысли. Сегодня я делаю правильный выбор, ибо он целиком осознан. Сегодня я делаю правильный выбор, ибо он целиком осознан. Начнем. Пожалуйста, расположитесь удобно. Кисти рук слегка касаются колен, ладонями вверх, и закройте глаза. Теперь погрузитесь в себя. То самое место внутреннего спокойствия, где мы ощущаем связь со своим высшим Я. Ни о чем не думайте. И начните наблюдать за своим дыханием, подобно морскому приливу и отливу.
каждым вдохом и выдохом, почувствуйте, как расслабляетесь все больше и больше, наполняясь легкостью и спокойствием. Теперь медленно добавьте мантру на санскрите о законе кармы. Повторите ее мысленно, позволяя ей растечь легко и без усилий. Ом Криям Нама. Ом Криям Нама. Действия созвучны космическим законам. Ом Криям Нама. Каждый раз, когда вы замечаете, что вас отвлекает какая-то мысль, телесное ощущение или внешний шум, просто направьте свое внимание на мысленное повторение мантры. Ом Криям Нама. Пожалуйста, продолжайте медитировать. Я засеку время, и в конце вы услышите звук колокольчика. Это будет сигналом, что пришло время отпустить мантру. Ом Криям Нама. Ом Криям Нама. Теперь мысленно.
пришло время отпустить мантру. Пожалуйста, возвратите свое сознание в тело. Отдохните минутку, вдыхая и выдыхая медленно и глубоко. Когда вы чувствуете, что готовы, медленно откройте глаза. Продолжая свой день, не забудьте о важности сознательного выбора, напоминая себе нашу сегодняшнюю центрированную мысль. Сегодня я делаю правильный выбор, ибо он целиком осознан. Сегодня я делаю правильный выбор, ибо он целиком осознан. Сегодня я делаю правильный выбор, ибо он целиком осознан. Намасте.